мы играем на самом старинном русском народном инструменте. Это гусли звончатые. Наш коллектив был создан в 2010 году в Центре детского творчества «Строгино», которое возглавляет Корочина Татьяна Геннадьевна, директор нашего центра. Дети в коллектив приходят разных возрастов, начиная от 4 лет и до 18 ведется прием в коллектив. На данный момент уже существует 3 состава. Младший состав ансамбля гусаров «Веселый перезвон», средний и старший. Также имеется подготовительная группа ансамбля, детки от 3-4 лет. Я был на концерте, и мне очень понравилось, как звучат гусли у них, очень красиво звучат. И решил тоже пойти, сходил 2 раза, и потом очень сильно понравилось, затянуло. Это как-то необычно, и это необычный инструмент, и как бы сразу понравилось. Я прочел объявление в школе, то, что придется набор на гусли, и решил сходить посмотреть. Я пришла на 7 времени в класс, поиграла, мне очень даже понравилось, и сразу же я пошла в музыкальную школу. Занимаясь на этом инструменте, мы не забываем нашу культуру и идем в ногу со временем. Конечно же, наш коллектив не состоялся бы и не был бы таким замечательным, как он сейчас, без 2 наших замечательных педагогов. Это Силаев Ярослав Анатольевич, педагог по классу гусли, и Исанов Сергей Юрьевич, педагог по классу фортепиано. Они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.